В этом видеоролике мы приготовим картофель по-деревенски с грудинкой в мультиварке Витек ВТ-4209. Нам потребуется 10 некрупных клубней картофеля, 300 грамм свиной грудинки, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1/2 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки черного молотого перца, 2 чайной ложки соевого соуса, 2 чайной ложки сушеного укропа. Грудинку порезать на кусочки среднего размера. Включить режим жарки мяса на 30 минут. Выложить в чашу нарезанное мясо и жарить его 10 минут помешивая. Тем временем картофель промыть и порезать каждой клубни на 8 долек. Нарезать лук дольками и чеснок пластиночками. Добавить картофель в чашу мультиварки и жарить первые 10 минут с открытой крышкой и оставшие 10 минут с закрытой крышкой. Перемешивать картофель нужно каждые 5 минут. Когда режим окончится, включить режим тушения мяса на 10 минут. В чашу добавить нарезанный лук и чеснок, соевый соус, перец, соль, укроп. Перемешать и готовить до окончания режима. Когда режим окончится, картофель по-деревенски с грудинкой готов. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.